Всем привет, это канал Мух ТВ. В общем, один подписчик дал вопрос по поводу работы водителем на эвакуаторах, на траках. Я не смог пока еще найти информацию по поводу траков, но недавно я разговаривал с водителем эвакуатора и кое-какую информацию как бы смог достать. Итак, вот стартовая зарплата для водителя эвакуатора $12 в час. Чтобы работать на эвакуаторе, нужно иметь как минимум CDL-B. И есть компания, к примеру, компания AAA, которые обучают и устраивают на работу. И вот у них зарплата $12. А за обучение они потом вычитают деньги из зарплаты или нет? Я думаю, что если человек потом как бы работает на них, то может быть вычитают, а может быть и не вычитают. Я не знаю этого. А что, можно бесплатно выучиться в компании AAA и потом не работать на них? Я думаю, что какое-то обязательство ты берешь. Если раз ты учишься, то есть люди же в тебя вкладываются, получается. То есть они сперва принимают на работу, а потом обучают, да? Да, то есть они тебя проверяют, принимают на работу и обучают. Вот человек, с кем я разговаривал, я этого человека вообще не знаю, то есть я заправлялся на заправке, и этот человек подъехал. На эвакуаторе подъехал? Да, он подъехал на эвакуаторе. Вот, и я подошел к нему и спросил. Его компания, они работают с полицией. А как компания у него называется? AAA? Не AAA, другая компания. То есть сначала как получилось? Я заправлял машину, и он как бы на соседней колонке заправлял. Я так стоял, думал и вспомнил, что у меня вот человек просил узнать какую-то информацию по поводу эвакуаторов. Я подошел к нему, поговорил, спросил вообще, много ли работы. Он сказал, что у них вот именно в их компании очень много работы, потому что они работают с полицией, то есть это значит там... На аварии, да? Аварии, да, все, то есть их вызывают, они приезжают, то есть у них как бы работы много. А там требуется на работу? Я думаю, что требуется. Единственное, что нужно какой-то опыт иметь. И для этого как бы вот... А грин-карта нужна, гражданство? Нет, грин-карта не нужна. Нужно разрешение на работу и social security. Потому что без social security вы не сможете получить CDL. И, в общем, вот тут как бы сначала мы с ним поговорили, разошлись, а потом он меня встретил еще раз в двери, когда он шел внутрь, и сказал, что вот есть компания AAA, то есть они занимаются тем, что помогают людям, сломавшимся на дороге. В России это вот есть такая компания «Ангел», вот они занимаются такой же бизнес у них. И вот они проводят обучение, и ты можешь, я могу, если я решусь, я могу пройти обучение и начать работать на их эвакуаторе. Это вот что касается человека, то, что просил узнать.